Всем привет, сегодня будем устанавливать динамик, активный сабвуфер, вернее, Dell Audio Piranha 12A, размером 300 мм, мощностью 900 Вт, 200-230 Гц. Будем ставить в сурле Лачетти. Данный саб хэтчбэк должно играть достойно. Отлично. Блин. Красивым оранжевым светит. Пиранья. Шильдик. Короб у нас на щели. Хороший. Блин. В комплекте у нас идет наклейка Dell Audio. Фирменный ароматизатор от Dell Audio. Также расскажу вкратце про акции, проводимые Dell Audio с ними. Нужно снять видеообзор любой продукции Dell Audio и получить скидку 20%. Или же акустику аналогичного типа размера в подарок совершенно бесплатно. Тут у нас находятся сервисные службы, ссылки. Также у Dell Audio есть гарантия на продукцию 2 года, внушительный срок. Dell Audio уверена в качестве своей продукции, что поставляет нам конечный потребитель. Также действует подменный фонд у Dell Audio при выходе вашей акустики из строя. Нужно явиться к сервисным представителям, внести небольшой комиссионный взнос, заполнить анкетку, и Dell Audio вам гарантированно возместит вашу продукцию на совершенно новую. Также в комплекте с САВом у нас идут провода, установочный комплект. Тут у нас стандартные настройки, LPF и Gain, подключение, удобно под отверточку фигурную, под тюльпаны, бас-буст, и можно подключить еще задние динамики от данного усилителя. Мы этого делать не будем. Будем ставить так. Посмотрим, на что способен данный динамик Chevrolet Lachetti, как будет играть этот активный сабвуфер. Отличное качество звучания данного сабвуфера.